В ДГТУ накануне Дня славянской письменности открылась традиционная выставка «Славянский мир». Ее организатором стала кафедра «Дизайн и конструирование изделий легкой промышленности ДГТУ». Участники выставки – как именитые художники, дизайнеры, так и начинающие свой творческий путь. Молодые, талантливые, начинающие дизайнеры, модельеры, художники могут пообщаться уже с именитыми мастерами, посмотреть на их творчество, посмотреть на них как играющих тренеров. На выставке были представлены работы молодых художников в разных стилях, техниках. Участвуют в проекте не только россияне, но и гости из Франции, Израиля, Белоруссии и других стран. Все, кого интересует славянская культура. Цель, которую тут уже заявили организаторы, это благая цель, это сохранение, приумножение духовно-нравственных традиций народа. Это замечательно, и надо это всецело поддерживать. Меня больше всего радует то, что эта традиция не умирает, а наоборот расширяется, прогрессирует, потому что, судя по участникам, вы видите, что больше полутысячи, и еще лучше, что половина из них – это дети. То есть, если мы детей приучаем изначально вот к такой культуре, они не будут заниматься не той культурой, которая, скажем, не относится к нашим историческим корням. В программе выставки участвует более 500 человек. Этот проект позволяет зрителям не только посмотреть работы художников и дизайнеров, но и поделиться опытом, подчеркнуть нечто полезное для своего творчества. Очень важно, что эта выставка создана в сочетании с уже известными художниками, которые также здесь находятся. Вот Коробов, Лиховит, Исаков. Ну, еще ряд, может, я всех сразу не назову, потому что есть возможность сравнивать. Но самое главное, что здесь объединились максимальное количество творческих вузов, не только города Ростова-на-Дону, но и здесь международные есть проекты. Тут представлены также мои работы, работы моих однокурсников, преподавателей, других студентов вуза. Также интересно посмотреть на работы профессиональных художников, потому что тут и работы студентов, и работы профессиональных художников. Набраться опыта, просто как расширить кругозор. Вы просто огромные молодцы. Проблема славянства очень остро стоит. И то, что проект назван «Славянский проект», а не «Русский», это очень правильно. Все дело в том, что славяне – древние племена, древний народ. Эта площадка приобщает молодежь к славянской культуре. С каждым годом участников выставки «Славянский мир» становится все больше. Екатерина Коломиец, Яков Кардо, ДГТУ-ТВ.